56-47, кажется. Пока 56-47. Вроде бы, да. АК 56-47. АК 7264. АК 7264. Ну, какой это? О, глаза. Не заметил. 69-24, что-то такое. Большое резиновое. Прям по-осеннему. А что ты его сюда? А, ну у тебя визор там. Так ты его обычно сюда ставишь? А я не знаю, я пробовал. Я, как не, ну у тебя там визор там не получится. Да, я видел этот китайский, который с Алишки. Я у паренька просил прислать фотку. Он сверху крепил, да. Я попробовал. Нет, ну это на H. Сверху крепят на... Да нет, нет, нет. Именно как раз такой, с открывающейся, как у меня, да. У меня не хватает. Не мешает он немножко. Вот. Напрягает, конечно, что палка в обзор попадает, но в целом, как бы, я вижу, что сзади. Справа рука... Там руки, то все, блин. Ну. Слева, справа рука, слева маленькая. А еще я в нем ничего не слышу. Это да. Ты сделал при разгоне, чтоб светило ярче. Слушай, тут можно сделать это все, но здесь это все основано на датчике света, а он у меня этой хуйней закрыт. А, ну да. Оно не работает. То есть он думает, что темно, и сразу врубает. Поэтому нахуй так и не ставлю. Да нет, я же видел, что его только это. Я же в основном-то, ну, езжу на работу, домой, это же светло сейчас. Включаю 20-25%. Типа, ну просто ходовой огонь. А вот сейчас вечер уже, когда да, типа, ну, хоть светило немножко. Так просто как ходовой огонь горит и все. Потому что эти обезьяны, вот даже, блядь, фары, не фары, там, похуй, они не видят ничего.
бронепленки найти, блядь, фару, блядь. И лёд тянешь, блядь, она уже царапаться начала. Не понравился мне 13. А? Не понравился мне 13. Да тяжелый он. Ну. Тяжелый и, блядь, твердый все-таки. Вот эти стойки, да, они крепкие, сука, но они твердые. Я на твоем прокатился по первой стойке. Всем по-другому видно как-то. Ну что, это пневматик? Ну. Потом, может, зарядка будет, даже покататься по улице. Не стал я уже так. Ну и правильно. Было лень. Что, ты направо? Нахуя? Ты направо? Нет. Дальше? Светофора и вот такие зеленые. Да, Thank you.
like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will end up in anger. I don't think we grew. End up in anger. I don't think we grew up. We just became older. She's aiming her words right into fire. I don't think that bullets will bring back this fire. And
пальчиков не попал. Thank you.
подсказывает, кажется, что эти треки не без авторских прав. И, возможно, будет блокировка видео. В любом случае, спасибо вам, ребята, за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, не комментируйте. Делайте, что хотите. Всем удачного вечера, дня, ночи. Кто когда смотрит, не знаю. Всего хорошего и пока-пока. Спасибо. Я достал нужный ключ. Оп-кап.